внимание. Сборка, разборка автомата Калашникова всего за 20 секунд. Не проблема для учеников 47-й школы. Многие из них юнармейцы. Теоретический материал на практике ребята закрепили на уроке мужества. Забыли вставить магазин, не получилось вытащить шомпол. У офицеров ответ найдется на любой вопрос. Мы вначале, конечно, проходим теорию. После этого только идет практика. Теория без практики или практика без теории, как бы они никак не укладываются. Практика для детей в разы интереснее. К площадке выстроилась очередь желающих. Многие уже знакомы с автоматом. Для кого-то это дебют. Тем не менее, равнодушных нет. Не очень сложно, но надо много запоминать, как что все называется. А в первый раз вообще собираешь, разбираешь? Нет, не в первый раз. И как с каждым разом лучше? Да. Параллельно для ребят провели сразу несколько лекций. Каждая посвящена легендарной дате – 7 ноября. Это и про Октябрьскую революцию 1917 года, и про парад, изменивший историю 1941. Тогда торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. Вот этому мероприятию посвящены здесь уроки мужества. Центр патриотического воспитания вместе со своими сотрудниками. Мы приехали с материальной базой, с оружием победы, которое вот наши ребята будут показывать, рассказывать. Историю нужно помнить всем и каждому, особенно молодому поколению, так как нация, которая не знает своего прошлого, не может иметь будущего. Степан уже не первый год носит форму юнармейца. После уроков осваивает азы боевой подготовки. Сегодня и другие ребята произнесли клятву. Тем самым пополнили ряды всероссийского общественного движения. Отныне следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки для ребят не просто слова, а основные принципы жизни. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.